Здравствуйте! Хорошие книги учат не только к уму-разуму, но и прививают любовь к жизни и людям. Читая книги, мы проживаем миллионы жизней, находим ответы на главные вопросы и видим прекрасное. На телеканале «Казахстанская медиа-академия» Аружан Бисимбаева и программа «Читай книги». Предлагаю прямо сейчас помнить о лучших детских сказках. Туве Янсен «Все о мумитроллях». Мумитролли – главные персонажи серии книг финской писательницы Туве Янсен. Маленькие существа, внешне похожи на таинственных маленьких зверей. Ожившие игрушки или фигурки на детских рисунках имеют белые и округлые тела с большими мордами, из-за которых напоминают игрушечных бегемотов. В далеком прошлом жили за печами в домах людей, подобно скандинавским троллям и домовым. Со временем, когда паровое отопление почти заменило печное, им пришлось искать себе другие пристанища. В книгах Туве Янсен повествуется об одной семье муми-троллей. Муми-семейцы – замечательные герои. Сам муми-тролль, муми-мама и муми-папа, а также их многочисленные друзья – Сниф, Снус-мумрик, Снорк и Фрекен-снорк и многие другие. Каждый день с ними происходят самые разные приключения, но под вечер они возвращаются в теплый муми-дом к ужину. Эта беззаботная и предприимчивая семья живет в своем доме в муми-долине, хотя в определенные периоды они жили в маяке и театре. Джеймс Мэтью Барри Питер Пен. Питер Пен – мальчик, который однажды решил никогда не взрослеть. Он живет на острове «Нет и не будет», населенным эльфами и гномами, русалками, кровожадными пиратами. По удивительной случайности на этот же остров попадают Венди, Джон и Майкл. Ребятам предстоит столкнуться с опасностями, познакомиться с жителями волшебной земли и, конечно же, вернуться обратно домой. Но так ли просто сделать, если сам Питер Пен может стать у них на пути? История необыкновенного мальчика придется по вкусу и взрослым, и детям. Питер Пен умеет летать, а еще он может научиться этому волшебному навыку любого ребенка, с которым он захочет подружиться. Вы просто подумайте о чем-нибудь хорошем, и ваши мысли сделают вас легкими, и вы взлетите. Невероятные приключения этих смелых ребят не оставит равнодушным никого. Книга учит ценить родных и близких, оставаясь при этом самим собой и не предавая свои мечты. Подписывайтесь на YouTube-канал Медиа Академия и смотрите больше развлекательных и познавательных программ. Памела Трэверс «Мэри Поппинс». Если однажды эта книга попадет к вам в руки, можете не сомневаться. Она станет настолько любимой, что вы будете перечитывать ее множество раз. Она понимает язык зверей и птиц, знает множество удивительных секретов и даже умеет летать. Кто она? Спросите вы. Няня, но весьма необыкновенная. Все началось с восточного ветра, который принес Мэри Поппинс на порог этого дома. Да-да, принес, а так как средство или движение этой милой особо, конечно же, зонт. Она стала для семьи Майкла и Джейн Бэнкс двумя их близнецами самой необыкновенной няней на свете. Кто еще Мэри Поппинс может скользить по перилам вверх, вынуть целое кресло с пустого саквояжа и сделать микстуру стол же приятный, как сок? Один день с Мэри Поппинс – это день настоящего ожившего волшебства. Завораживающая история Мэри Поппинс – типично английский и совершенно
волшебные няни продолжают покорять сердца читателей по всему миру вот уже много лет. Мэри Поппинс научит двум самым главным в жизни вещам – умение увидеть сказочное в обычных вещах и не бояться любых перемен. Конечно же, книги способны дать человеку огромное количество новых знаний. Мир нечитающего человека обычно скучен. А чтение книг открывает человеку все величие мира, такого, каким он есть на самом деле. Вы смотрели программу «Читай книги». Оставайтесь на телеканале «Казахстанская медиа-академия».